Одна лампа с лицевой стороны, одна лампа вот здесь вот с боковой стороны, судя по всему. Комфортно должно ее переносить, а также USB зарядка и зарядка на солнечных батареях. А также можно использовать три батареи 2А разных цветов. Три возможных варианта: зеленый, красный и желтый. Ну вот здесь вот, все так же самоперечислено. И вот смотрите, есть другой вариант похожей лампы. Давайте сейчас посмотрим, что у нас здесь. Покалеченную коробку откроем. Достаем. Все, внутри больше ничего нет. Вот такой вот у нас... А, вот. Есть кабель микро-USB. Зелененький. Угу. Игровой. А, солнечные панельки. Криво приклеенные. Да. Кнопочка включения. Здесь у нас что? Так как инструкции нет никакой. Давайте сейчас... хвостик. Хвостик не просто так. Зацепить. Вот хвостик. Смотрите, микро-USB, USB, индикатор. Ручка для переноски. Смотрите. Так, а если еще раз нажать? Во, и здесь работает. Во. Интересно как. Ага. Можно переносить. А можно вот так поставить. Вот. И ручка у нас будет в качестве подставки. А если подвесить так в солнечный день, как-нибудь вот так вот, то должно и заряжаться. Ну как. Многофункционально. Если еще раз нажать, а опять все, больше никаких режимов нет, но все равно. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну что, а если мы зарядим, точнее сделаем попытку зарядить, воспользуемся кабелем. Так вот. То есть мы можем... Угу. Сейчас посмотрим. Сейчас достанем, до зарядного устройства или нет. Смотрите. А, не видно. Загорелся индикатор. О, видно. Вот он. То есть зарядка идет. Не очень яркая, конечно. Но зато очень удобная. И, кстати, достаточно легкая лампа. Очень легкая. С собой вот так вот носить. Замечательно. Все вроде бы нормально. И все. Вот такой вот фонарик портативный на аккумуляторах. До следующей встречи. До новых видео. Пока-пока.